Онежский тракторный завод. Почти 200 лет трудится здесь рабочая династия Титовых. Прадед, дед, отец Титова работали на этом заводе, а 33 года тому назад сюда пришел и Михаил Иванович. Недавно рабочие завода выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. В день, когда снимались эти кадры, произошло еще одно торжественное событие в жизни Михаила Ивановича. Ему было присвоено звание ударника коммунистического труда. Высокое звание и доверие товарищей – лучшая награда за многолетний самоотверженный труд. Сегодня у учеников средней школы в селе Верховье не совсем обычный урок. Его проводит знатный свекловод, пионер-вожата Люба Блинкова. Верховские школьники под руководством Блинковой добились невиданного на низинных землях Алонецкого района урожая – 450 центнеров с гектара. Об успехах школьников и их бригадира тепло отозвался на совещании в Москве Никита Сергеевич Хрущев. И вот взято новое обязательство – вырастить такой же урожай на площади в 4 раза большей. Воплощаются в жизнь решения 22-го съезда партии о широком внедрении комплексной механизации в лесной промышленности. Коллектив Шуйско-Виденского леспромхоза в содружестве с учеными добился значительных успехов в механизации погрузоразгрузочных работ, ранее самых трудоемких. Теперь лес с эстакады поступает на цепной транспортер, где он сортируется и затем укладывается в специальные контейнеры, которые подаются непосредственно в вагоны. Эти механизмы и приспособления позволили сократить время погрузки в 5 раз. Спит заснеженный лес. Тихо. Но здесь никогда не доверяют тишине. Рядом граница. Обнаружен свежий след. Надо немедленно сообщить на заставу. Можно продолжать обход. Это прошел пограничный наряд. И снова размеренно идет жизнь на заставе. Ряды пограничников пополняются молодыми воинами. Опытные пограничники рассказывают им о героическом 40-летнем пути краснознаменного подразделения. И на всю жизнь в их памяти останется день, когда они принимали воинскую присягу. Родина верит вам, она знает, ее граница в надежных руках. Ура! 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 Этот автобус можно встретить сегодня в самых отдаленных уголках Сартовальского района. А что же это за автобус? Это передвижная стоматологическая амбулатория.
маленькая зубоврачебная поликлиника на колесах, оборудованная новейшей техникой. Здесь все предусмотрено для лечения больных и созданы удобства для работы врача. Имеется рентгеновская установка, большое количество разнообразного инструмента, специальный автоклав служит для его стерилизации. Автобус радиофицирован. Этот автобус – подарок венгерских друзей трудящимся Карелии. Петрозаводская студия телевидения. Сегодня здесь выступает ансамбль «Кантели». Слово его руководителю Семену Карпу. Всего несколько дней тому назад наш ансамбль вернулся в родной Петрозаводск. В течение 3 месяцев мы гастролировали по Советскому Союзу и дали более 100 концертов в Крыму, на Урале, в Башкирии и Поволжье, знакомя наших зрителей, рабочих и колхозников с искусством братского карельского народа. Песню Юрия Зарицкого «Незабудки» исполняет в сопровождении группы ансамбля солистка Клавдия Поволоцкая. Вепский танец с ложками. Исполняет танцевальная группа ансамбля. В городе Сортавалла при детской спортивной школе 9-й год работает секция прыгунов с трамплина. Спортивный зал – это первая ступенька на трамплин. Здесь юные спортсмены проходят комплекс упражнений, который развивает силу, выносливость, ловкость. Вот где все это пригодится. Каждая ошибка обсуждается вместе с тренером. Несколько секунд в воздухе, а сколько часов тренировок? Прыгуны Сортавальской детской спортивной школы лучшие в Карелии, а с чемпионов особый спрос.